Привет! Вы смотрите Вики Шоу Плэй, и сегодня этот долгожданный ролик Сони! Да! Соня, скажи привет! Всем приветик! Мы с Соней 100 лет не играли вместе, и сегодня мы наконец-то встретились и запишем для вас клевый познавательный ролик. Да, познавательный, очень познавательный. Да, мы сегодня играем в Murder Mystery. Я вот и хочу проверить, насколько сильно изменился Мардер и как это правильно объяснить. Может быть, новые нычки какие? Кстати, да. Не знаю вообще. Я только одну нычку знаю, вот только вот на этой карте. Я даже не знаю. В общем, кто не знает суть игры, мы здесь выбираем сначала карты. И за какую карту больше голосов, на этой карте мы будем играть. Дальше вам определяется рандомная роль. И если вы невинные, вы просто должны выживать. И если вас убьет Мардер, то вы проиграли. И вы можете просто следить за другими игроками. Если вы Мардер, то ваша задача просто убить игроков и выиграть. И главное, чтобы вас не застрелил шериф. Ну а если вы шериф, вы должны просто убить Мардера, и тогда вы выиграете. Кстати, а еще этот... Помнишь, можно же, кто иносент, он может стать спасителем. Если Мардер убил шерифа, то от него останется пистолет. И если Мардер его не будет охранять, то вы можете просто забрать его и стать героем, если вы выстрелите в убийцу. Такс. Да почему я все время невинный? У меня 21% стать убийцей, а я все время невинный. Почему это так? Ну там максимум, наверное, на 40% ты можешь стать Мардером. Меня убили. Ой, а кто Мардер? Меня тоже убили. Многие задаются вопросом, как делать хрому нож или хрому пистолет. Я, конечно, ни разу не делала, мне просто, ну, я сама добывала. Ну и Соня мне, конечно же, подарила мою самую первую хрому, да, Соня? Да. В общем, чтобы сделать хрому, вы должны добыть нож. Вот нажимаем вот на эту кнопку, и здесь нужно расположить ножи разных цветов, и у вас получится хрома. Я шериф! Я пока буду ходить с пестиком, раз уж ты знаешь, кто я. Такой же нож, как у тебя взяла. О, класс. Я нашла труп. Где? Тут валяется где-то. Ой-ой-ой, мне кажется, она Мардер. Ай-яй-яй, я бегу. Подожди, сзади нас девочка за тобой бежит. А, нет, она не Мардер. Не страшно, не страшно, мне очень страшно. Подожди, ты девочка с белой шляпой? А, это ты. Тут девочка похожа на тебя в скине. Посмотри. У нее прям такой же скин. Где? Я подумала, что это ты. Вон, вон, там трупы, вон трупы. Мне кажется, это вот эта девочка красная тебя не убивает. Красная, вот эта красная девочка? Она за тобой очень ходит. Но мне так кажется, я не знаю. Тут третий труп, что делать? Она за мной, она меня сейчас убьет. Она белая эстетик герл. Мы же договорились, что... Белая эстетик герл. Эстетик герл, которая фанатеет от уточки. Она там! Она рядом! Я стреляю! Вот она! Давай, давай, давай! Если бы я не умерла бы! Где она? Где она? Где она? Она рядом! Она меня караулила! Ты почему мне об этом не сказала? У меня не получится ничего! Она пуляется. Я сейчас просто не смогу. Посмотрите, у Сони прям скин эстетик. Как у тебя. Смотрите, эстетик герл. Это тоже эстетик. О, я невинный! Я невинный! Неужели? У меня 24% стать убийцей. О, кого-то убили, что ли? У меня 30 с чем-то. Серьезно? Да. Кого-то еще убили. Ой, мне страшно. Ой, боже мой, я испугалась тебя. Господи. А, это не ты. Где я? Ой, это не ты была, это другая эстетик герл. Ой, я вижу тебя, привет. Соня, стой на месте. Я надеюсь, что ты не Мардер. Хочешь сюрприз? Опа. Подожди. А вот так вот. У меня прям все залагало. А у меня все залагало. Ты у меня на месте зависла. Тут шериф. Подожди, ты меня не убил? Шериф, в меня стреляет шериф. Я тебя убила. Ты меня не убила, я жива. Я бегу пока. В смысле? Я жива. В смысле, у тебя там твой труп валяется? К-
как? Что это значит? Стоп, так ты невидимая, ты невидимая, ты невидимая. А как ты меня видишь? У тебя только твое животное. Ты стала животным. Ты животное. Я девочку убила. Забирай пистолет. Да, я тебя убила случайно. Кто еще остался? Посмотри, пожалуйста. Сейчас посмотрю, кстати. Так, тут челик выходит. Не успею. А, тут девочка выходит на улицу. Вот она. Я не успела, кто-то еще остался. А, все. О, кстати, смотрите, к нам зашла знаменитая Юля. С нами еще Юля будет играть. Юля, ты не знаешь, как появились сметанки и сахарки? Что это такое вообще? Это сметанки с сухарками. Это никак не объясняется. Кстати, скажи, кто ты? Если ты Мардер, я могу тебе помочь. Я невинный. Шериф! Юля! Юля, стреляй! Это сметанка. У нее второй Дизней. Тебя убили. Она меня убила за километр. Так, давайте проследим за Юлей. Эх, Юлю убили. О, мне тут пишут, Вики Шоу? Меня 100 лет не узнавали. Ахахахаха, что? Да ладно. Это не я. Это не я. Это не я. Спалили. Ну подумаешь, ник похожий. Иронично. Я невинный с 11%. Ты пока не видела убийств? Пока что no. Пока что нет. Ты... Вика. Я... Ты. Бравля. Бравля. Если что, я никакого отношения к Бравл Старсу не имею. Я просто пошутила. Если она увидит этот ролик, она будет в шоке. А, вот Санта. Вот она. Ну, кинули ей запрос, друзья. Девочка... Мы правда договорились. Она Мардер. Не рассказывай друг другу. О, там девочки с читами. Она меня за километров 10 убила. Я бегу. Тут девочка эстетик. Сейчас быстро, у меня руки трясутся. Ай. Ребята, никогда не играйте с читами. Это нечестно и нехорошо. Смотрите, не играйте с читами. Ой, меня убили. Я испугалась. Я видела. Кстати, ребята, вот многие у меня спрашивают, почему ты назвала себя Китти? Объясняю, это очень долгая и трогательная история. Я назвала себя Китти, потому что я очень любила Hello Kitty, но и сейчас люблю, и, в принципе, делаю комнату в стиле Hello Kitty. И я такая думаю, ну, назову себя Китти, ну, ладно. И потом как-то мои друзья, типа, восприняли это название и сказали, тебе идет это название, оставь. Я себя не успела запереть в этой штуке, меня убили. О, кстати, тут девочка пишет, Вика, можно фото? Конечно, можно. Я очень люблю вас встречать, ребята. О, Соня, давай, вставай с нами. Тут олененок с именем Вика. По теме. Вот так вот стоим. Я хочу быть шерифом, а ты хочу, чтобы была убийцей. Я надеюсь, что я сейчас буду убийцей, прям сейчас. Я невинный. Меня убили. Какая-то розовая девочка. О, у меня большая голова стала. Посмотри на меня. Ой, я вижу, с Мишкой ты стоишь. Представь, что вместо Мишки тут все мои подписчики. Да, я вот так вот обнимаю своих подписчиков. Я очень люблю своих подписчиков. Кстати, я знаю, кто Мардер. Молодец, ты сейчас за ним следишь? Шериф. В середине Мардер, в середине сам. Понятно, я только что оттуда ушла, это хорошо. Я ее вижу. Это не донатер, да? А, понятно. Шериф! Она кемперша! Это, наверное, был пинг. Ну, что поделать? Слушай, я почему-то хочу вернуть 2022 год и попробовать сыграть в Among Us. Ребята, если вы хотите, чтобы я с Соней поиграла в Among Us, то давайте наберем 15 тысяч лайков, и я обязательно запишу Among Us. Давайте, реально. Прям так хочется... Поностальгировать? Надо будет даже напоминание себе в телефоне поставить. Так, я невинный, да что такое? Я невинный!
сильный! У меня 30%, понимаешь? У меня только 13%! Ты, когда увидишь шерифа, скажи, я просто хочу, ну, типа, за ним ходить, чтобы он защищал меня. Окей. Соня думала, что ее убили. А хочешь, я тебя убью? Ой, боже, я бегу подальше, ладно, все, я спускаюсь. Нет, я шучу, я шучу, я шучу. Я убила шерифа! Я ладно, я мардер, я убила шерифа, пожалуйста, иди в центр. Да-да-да, сейчас бегу. One second. Забирай, уходи, всё. Уходи! Все. Мы ЛП тим. ЛПшки, господи. Опа! О, перфект. Так, сейчас расскажу, где кто находится. Да, поищи пока, поищи. Хотите, расскажу вам информацию про Соню? Соня очень страшный вор, она ворует ваши почки. Держитесь на дистанции 5 метров. Ой, ты старый мем, который я еще придумала. Так, ну все, больше никого нету, давай встретимся в центре. Давай. Давай, бай! Кто-то еще остался! Быстрее смотри! Я сейчас секундочку не могу. Быстрее смотри, кто где? Девочка в этом, где эти? Батут. Она там, где батут? А, там, вот в углу. Тут. В углу, где эти квадратики? Рядом с травкой. Какие квадратики? Я не успела! Наверху батут, вот там, в той нычке. Да, вот там в краю. Ага, да. Да, ай, не успела. Я не успела! У меня не хватило секунды. Ну вот, ну я только стала мардером. Я пошла плакать. Все. Я с тобой. Пошли со мной плакать вместе. О, ты плачешь вверх ногами. Так легче плакать. Так, я предлагаю еще раундик, и я шериф. А ладно, я иносент опять. Это прям неудача у меня. У меня 2%. У меня 2% стать убийцей. Смотри, как увидишь убийцу, скажи. Окей, у меня 30%. Я вижу труп. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я тебя испугалась. Санта-соф. Санта-санта присылает запрос ко мне в друзья. Девочка с короной, с очками белыми, она мардер. Вот она идет сюда. Вот она! Да, она! А, это Юля! Ой, она меня хотела убить! Меня убили! Она меня убила! Юля, как ты могла убить Соню? Ой! Понятно, мы сидим. Она ту девочку белую убивает. Она ту девочку эстетик герли. Эстетик. Мамочки. Ой, Юля, какая опасная! Ок, она пишет, Вик, убей меня. Вика, убей меня. Прощай! Эх, рядом с моим трупиком. Моя ЛП крутая. Пишет хакер, ну ничего страшного, я своих подписчиков ценю, даже если они хакеры. Но все равно хак это не очень хорошо, поэтому, ребята, не советую вам читерить. Не покупать читы, потому что это плохо. Запомните, указ, читы вредят здоровью. Вывод, не скачивайте читы. Читы зло. Мы с Соней, Aesthetic Girl, бегаем вместе. О, кстати, Лена к нам тоже пришла. Лена, привет. О, ГГ, good game, я тоже хочу good game. И тут можно самой написать, типа, good game, да? Ой. Розовая девочка, этот... Убийца, она тебя убила. Я испугалась. Предупреждение, не смотрите этот ролик в наушниках. О, тут моя подруга Ната, она просто афкашит на улице. Она мимо нее пробегает, что? А нет, она бежит. Ната, беги! Ната! Убила. А голосовой чат включили? В смысле? Сколько я спала? Он уже как месяца два работает, наверное, или три. Что? Но там нужно ввести фотку своего паспорта, и чтобы тебе было не меньше 13 лет. Класс, мне еще 2 года ждать. Спасибо большое. Но многие, типа, берут чужой паспорт. Ну, типа, может быть, родительский. Разрешают. Точно! А можно же просто с интернета какой-нибудь и все. Либо родительский. Aesthetic girl, murder. Опа, опа, она бежит за тобой, прямо за тобой бежит, сзади тебя. Вы там по кругу бегаете, а я снизу смотрю.
Я прям снизу смотрю, как вы там бегаете друг за другом. Обалдеть. Помоги, пожалуйста, мне. Я сейчас просто по приколу засниму, как вы бегаете туда-сюда и ускорю это. Как вы просто бегаете. Я сейчас помогу тебе. Она меня убила. Ты последняя. Она внизу. Она к тебе бежит. Быстрее прыгай. Быстрее прыгай вниз. Бери пистолет. Я взяла. Выходи. Ой-ой-ой. Время закончилось. Good game. Ну, а что сказать? Ну, давай тогда на этой нотке уже закончим, потому что мы играем достаточно долго, и, ну, тебе, кстати, сегодня не повезло, ты ни мардером не была, ни шрифом. Да, кстати, не один раз. Я очень надеюсь, что вам этот ролик понравился, что мы подняли вам настроение, что вы теперь счастливы, и давайте, напоминаю, что набираем 15 тысяч лайков, и вместе с Соней записываем Among Us. Может быть, я даже какие-нибудь мода скачаю, чтобы было прям прикольно. Да, Сонь? Да, можно, кстати. Ну что, всем пока-пока! До встречи в новом видео. У нас новый раунд. И я Шриф. Класс! Всем пока! Пока-пока!